Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Джеймса Мэтью Барри. Джеймс Барри – известный шотландский сказочник, романист и драматург. Джеймс вошел в историю мировой литературы как автор цикла сказочных произведений о Питере Пене. Джеймс родился 9 мая 1860 года в Шотландии и был 9-м ребенком из 10 детей в семье ткача Дэвида Барри и домохозяйки Маргарет Огилви. Две старшие сестры Джеймса умерли еще до его рождения. Интересно, что сам Джеймс смог пережить всех своих братьев и сестер. С самого детства у мальчика было очень слабое здоровье. Джеймс имел очень хрупкое телосложение, и даже во взрослом возрасте его рост составлял лишь 161 сантиметр. Обучением Джеймса занимались его старшая сестра и брат Мариен и Александр. Молодые люди работали преподавателями в Академии Гласка. В последующие годы Джеймс получил прекрасное образование. Он окончил Академию Дамфриса и Эдинбургский университет. Профессиональная биография Джеймса Барри началась в 1882 году, когда он устроился в газету Nottingham Journal. В издании молодой человек работал корреспондентом. Литературную деятельность он начал в 1885 году, а в 1889 году писатель опубликовал серию повестей из деревенской жизни «Идиллия Олд Лихта» и роман из жизни журналистов «Когда человек один». Затем Барри написал мелодраму «Лучше умереть» в 1888 году. А в 1891 году он написал любовно-психологический роман «Маленький служитель». В 1896 году Джеймс написал роман «Сентиментальный Томми». Также в этом году он написал книгу о своей матери Маргарет. А в 1900 году Джеймс Барри написал продолжение романа «Сентиментальный Томми», «Томми и Гризель». С 1897 года Барри обращается к драматургии. Известность ему приносит «Quality Street» – комедия, изображающая Англию начала XIX века. Пьесы Барри ввели его в круг выдающихся драматургов того времени. В 1897 году произошло событие, которое предопределило дальнейшую судьбу и творческую биографию писателя. Он отправился на прогулку по парку, где встретил интересное семейство. Сильвия Дэвис отдыхала со своими старшими сыновьями Джоном и Джорджем. Между писателем и новыми знакомцами завязался разговор, и вскоре писатель стал другом Сильвии, ее супруга Артура и их детей. Именно благодаря дружбе с мальчиками и семьи Дэвис Джеймс Барри создал цикл произведений о приключениях Питера Пена. Впервые его образ появился в двух ранних книгах Барри. В романе «Томми и Гризель» упоминается отбившийся от семьи мальчик, который очень рад, что он потерялся, но боится, что его все же отыщут и заставят вырасти. В дальнейшем о мальчике, который не хотел расти, было подробно рассказано в 6 главах романа «Белая птичка», в котором Питер Пен появляется впервые под этим именем, вышедших затем отдельной книгой под названием «Питер Пен в садах Кенсингтона»,
с иллюстрациями Артура Рекхэма. На сцене пьесу «Питер Пен» впервые поставил в декабре 1904 года в Лондоне Чарльз Фроман. Мировую славу Джеймсу Барри принес цикл о Питер Пене. Этот персонаж обрел такой культовый статус, что ему были установлены памятники. Джеймс Барри является автором многочисленных романов, рассказов и пьес. Практически все произведения писателя имели большой успех. Известность Барри привела к тому, что в 1928 году он стал президентом Общества британских писателей. В 1929 году Джеймс Барри отдал все свои права на издание Питера Пена детской больнице на Грейт Ормонд-стрит. Джеймс Барри прожил долгую и удивительную жизнь. Писатель скончался летом 1937 года в возрасте 77 лет. Последним пристанищем автора стал лондонский дом престарелых. Все авторские права на цикл произведений о Питере Пене перешли к детской больнице. Спустя 50 лет после смерти писателя права на книги о Питере Пене приобрели статус бессрочных. Сказочный цикл о Питере Пене прославил на весь мир своего создателя. Эти романы в дальнейшем не раз были экранизированы. Всем спасибо за внимание.